В микрорайоне Патрокол продолжается строительство современной школы на 1275 мест. Сейчас на объекте трудятся порядка 150 рабочих. Здесь уже возводят стены первых этажей. Здесь ведутся работы сейчас по устройству вертикальных стен и колонн основного корпуса. Также аналогичные работы ведутся на учебном корпусе. Дополнительно уже начата работа по устройству армирования плиты перекрытия первого этажа на учебном корпусе. Работают бригады по инженерным сетям, укладывают сети наружного водопровода и пристенного дренажа. Со своей стороны, дирекция и служба строительного контроля также осуществляют мониторинг и контроль за ходом этих работ. Нареканий с нашей стороны нету. На объекте сейчас работают бригады рабочих, не менее 120-150 человек в смену, поэтому темпы хорошие. Все усилия подрядчик сейчас прикладывает, соответственно, со стороны технического надзора, дирекции и стройконтроля, да, ведется постоянный контроль за выполнением текущих работ. Как отмечают строители, современные технологии и различные присадки для бетона позволяют вести строительные работы круглогодично. Это значит, что стройка продолжится и в зимний период, что позволит подрядной организации сократить отставание в графике и завершить строительство школы в назначенный срок – к концу 2023 года.